Великолепно выступил на отборочном турнире перед чемпионатом мира среди юниоров Руслан Зубачук. Руслан выступал в весовой категории до 52 килограммов и добился золотой медали. Самый тяжелый, трудный бой из тех трех, которые ты провел? Самый тяжелый бой мне предстояло провести с местным. Это был финальный бой, и мальчик был довольно-таки настырный, волевого характера, и мне предстоялось хорошо потрудиться, чтобы выиграть, и судьи посчитали, что выиграл я со счетом 3-2. Впереди чемпионат мира. Как продолжаешь подготовку? Ведь он в первой декаде сентября. Чемпионат мира у нас будет проводиться в начале сентября в городе Киева. До этого нам предстоит провести еще два сбора. А сейчас под чьим руководством здесь в Севастополе тренируешься и готовишься? Тренируюсь я под руководством заслуженного тренера Украины Дашевского Вадима Васильевича и Ягулова Олега Леонидовича. Итак, Руслан Зубачук начал подготовку к чемпионату мира, и мы верим, что наш боксер поднимется на пьедестал, мировой пьедестал почета. Владимир Милянский, Виталий Козловский, программа «Наше время».